Я вас приветствую на канале Тоха 1979. Мы продолжаем играть Сталкер, Чистое небо, мод Арсенал Овершоу. Продолжаем, ребята, поехали. Так, зрители и подписчики моего канала, мы продолжаем. Так, нам нужно доставить КПК Чехову и получить награду. Так. Тут, ребята, валит дождь, не по теме. Так. Что ж, пробежимся чуть-чуть. Но мы быстро устаем. Лучше пойдем. Да, погодка, как у нас на улице, ребята. У нас тоже сегодня был дождь. Тоже примыхало. Я подустал. Так. Так, а ну-ка, ПКП. Так. Так. Пройдемся. Тихо, никого нету. Идем спокойно себе. Ребята, сохранимся на всякий случай. Так. Зарядим пулемет. Так. Все, вешайтесь. Устал я, пацаны, устал. Что ж у нас тут такого по весу? Ну да, чуть-чуть, блин, перебор у нас с весом. Водяру. Так, следи. Так, не спеша, потихонечку. Идем к Чехову, пацаны. На базе свободы мы доходим. Ну что ж, ребята. Побежали мы. Так, ребята. Так. Получим награду. Сейчас мы ставим автомат наш. Дождь валит, гремит. Так. Так. Держи 5, братишка. Давай. Для меня есть. Заходи на следующей неделе. Хорошо. Перейдем получить награду. Мы, мы направлены, идем до Чехова, ребята. До Чехова мы идем. Так. Чехов, Чехов, Чехов. Устал я, пацаны, устал, устал. Совсем устал. Так. Совсем я устал. Так. Перекурим, ёбнем энергетика. Так. 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 Вот он, Чехов. Приветствую в моей скромной берлоге. Так. Спасибо за помощь. После перестрелки на ферме понятно, что за нападениями на свободу стоят наемники. И данные с ПДА коменданта тоже это подтверждают. Но тут появляется другой вопрос. А на кой ляд оно им надо? Ведь мы до того всегда держали нейтралитет. Тогда, получается, они контракт выполняют. Вот только чей? Долго или военных?
Вот здесь пока с ответами не очень, но это уже моя забота. Что насчет клыка? Ты свою часть договора выполнил, так что слушай про клыка. У нас он искал редкие детали. А мне стало интересно, с какой-то радости ему вдруг понадобилось это рухлядь. На прямой вопрос он не ответил, не мое, мол, дело. Только я ведь пасовать не привык. В общем, нашептал технарю нашему. Он частоту ПДА клыка и хакнул, чтобы я пару дней проследил, куда хозяин направляется. А направлялся он что? На свалку. На свалку. Там его и ищи. Кстати, частоту клыка я сохранил и тебе уже скинул. Так что дальше дело техники. Его местоположение теперь у тебя на ПДА отмечен. Так, спасибо за информацию. Ну что, поможешь свободе еще раз? Готов. Мы многое выяснили, но атаки наемников не прекращаются. Мы вымотались до предела. До сих пор не представляю, как наемники попадают в темную долину. Ведь все дороги перекрыты нашими блокпостами. Похоже, где-то есть тоннель, о котором мы не знаем. Оттуда наемники и лезут в темную долину. Нужно срочно выяснить, где эта нора, и подорвать ее к чертовой матери. Как ты собираешься найти лаз наемника? Это же как поиск иголки в стоге сена. В долине есть одна старая установка, еще с советских времен. Геодезисты соорудили. Она состоит из трех антенн. Если активировать все три ее антенны, то можно будет сканировать поверхность почти всей долины. Если дело выгорит, мы сможем засечь, откуда появляются отряды наемников. Что это надо сделать? Одна из антенн находится прямо здесь, на базе, но две другие держат наемники. Помоги взять эти установки под контроль. Договорились. Тогда пока. Удачи. Заходи, если что. Понятно. Так, ребята, мы идем хуярить какие-то, искать установки и наемничков там покласть. Опа. Что тут, ящички у них что-то есть? Нет, ящик пустой. Так. Так. Ребята, побежим мы. Установочки их не искать. Возьмем мы наш автомат. Вернее, пулемет. О, устал я, ребята, устал. Что с нами выкинуть? Выбросим мы эту херню. Ребята. Так. Где-то тут-то должна быть эта вышка, пацаны. Так. Установочка. Так. А вот. Куда нам так? Так, на болоте. Так. Сохранимся, пацаны. Так. Где-то там. А что, отменено задание? Так. А что отменено? На ферме. Там уже отбили. Погода, я и решил, пацаны. Там уже отбили. Так. О, куда, пацаны, идем? Так, теперь что делать нужно? Захватить антенну, стоянка на ферме. Где? Антенны у нас под контролем. Начинаю сканирование. Ага, ибо я посмотрел. Засекли координаты тоннеля. Район заброшенного завода. Именно оттуда в темную долину прут наемники. Ага. Всем группам внимание. Найти и уничтожить тоннель. Хорошо. А что-то я, блядь, пацаны. И шел, бежал, спотыкался и никак не успел. Так. Опа, здесь я, наверное, пацаны, здесь я. Счастье, урод! Так, чисто. Продвигаемся
Так, ребята. Рот, ну просто со всех сторон. Попробуем удержать их во дворе. А ты, наемник, давай через здание. Ага, хорошо, пацаны. Никому не расходиться. Так, пойдем через здание, ребята. Сохранимся мы. Прикрой, я пошел. Начинаем веселиться. Прикрывай. Давайте, пацаны, веселитесь. Ты чё, сука, терминатор, ты шо? Готов. Так, пацаны. Они, блядь, походу, как терминаторы, сука. Готов. Сука. Сохранимся, пацаны. Наемнички. Так. Где эти, сука, демоны? Сука. Ты чё, блядь, петух? Готов. Наемники, сука. Так. Так, ребята. Сука, патроны закончились. Пизда. Готов, пацаны. Так. Где этот хуй, сука? Где там эти, блядь, пидорасы? Так. Адьос, амигос. На, сука. Так. Где эти суки? Так, пацаны. Так. Где эти, сука? Пизда ему. Так, мы сейчас этих обшнырим, блядь, нам нужны патроны. Так. Так, ребята, нам нужны патроны. Так. Где эти наемники, суки? Хопа. Так.
Так. Все. Подонки, которые положили столько наших ребят уничтожены. Вот так. Бойцы свободы, мы еще раз показали класс. Придет да. день, когда вся зона станет свободной. Ага. Наемник, буду всегда рад тебя видеть. Будешь рядом, заходи за наградой. Хорошо. Так. Винтик, пацаны. Все. Патрончики. Так. О, ребят наших положили. Так. Это наемнички отдыхают. Ух ты. Вау. Вау. Патрончики валяются. Так, что, пацаны, идем мы на свалочку. Так. Будем искать этого клыка где-то на свалке. Помогли мы бойцам свободы. Солнечко светит. Так. О, движение за мной идет, пацанов. Так. Купим мы, ребята, энергетика. Где тут наш энергетик? Кольцо все лепится. Мне сюда кольцо не лепится, пацаны. Так. Ладно, награда нам не надо. Мы пойдем догонять клыка. Так. Шо вы, мужики? У вас что-то есть? Привет, привет всем. Нет ни хера у вас. Так. Ну шо, пацаны? Переходим мы на свалочку. Хорошо побежали, супостат. Так, ребята, мы перешли на... Как его называется, блин? На свалку. Тут где-то клык должен лазить. Устал я, пацаны, устал я, устал. Устал я, устал. Так. Какие-то флешки. Дети, пацаны, идут. Надо не идти. Блин. Опа, опа. Полями, полями. Кругами, кругами. Устал я, пацаны. Устал я, устал. Так. Сохранимся, пацаны. Так. О, пацаны, тут сейчас я вам скажу из прикол. Тут нужно делать вот так. Заходите за угол. Делайте это так. Выбросить. 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 Выбросить.
выбросить, пацаны, все выбрасываем. Выбросить. Все, мы голые как соколы. Ребята, запомнили, наша барахличка, вот оно все здесь лежит. А теперь заходим. Открываем дверку. Сохраняемся, пацаны. Спускаемся на низ. Ох ты, блядь. Ёпты, отличный подвал. А сталкеры один за другим, шо дурные прут. Чё им тут медом помазано? Да, мля. Жалко, что тот урод смылся. Ай, хер с ним. Прибыток сбросил и нормально. Ага. Короче, хапаем самое ценное, ага, и валим. Валите, хапайте самое ценное. Деньги, сука, забрали у меня. Наемник живой? Наконец-то оклемался. Так. ПДА Клыка где-то совсем рядом с тобой. Найди его. Клык, ситуация изменилась. Кто-то узнал, что мы были в центре так. зоны и открыл сезон охоты на нас. Надо действовать как можно быстрее. Вот наша барахлишка. Патрульный план найдешь ты, Ники. Я сменил код. Наемник, это Лебедев. Информация с ПДА Клыка подтверждает мои догадки. Неизвестная группа сталкеров побывала в центре зоны. Не знаю как, но они даже умудрились выжить после большого выброса. Лучше бы они погибли. Но выбросы не прекратятся, пока дорога в центр зоны снова не станет тайной. Теперь только так. Либо мы уничтожаем этих сталкеров, либо зона новыми выбросами уничтожает все живое внутри периметра, а то и дальше. Ясное дело, будет лучше, если мы справимся первыми. Но для этого нужно поспешить. В ПДА Клыка остались координаты их тайника. Там наверняка мы сможем узнать новые подробности о планах группы. Так. Что, ребята, нам нужно найти тайник группы стрелков и свои вещи вернуть. Так, а свои вещи какие? Вещи я свои забрал. Так, не то. Так, нужно нам. Так, это нам сейчас нужно. О, кто-то отдыхает. Сталкер. Свобода. Так, ну что, пацаны, на этом будет наша часть заканчиваться. Увидели, что нужно делать, чтобы вы не остались без трусов. Ну все, до следующих встреч. Смотрим, подписываемся, ставим лайки, комментируем, ставим, скажем, свои пожелания. Во что ходить 979. До следующих встреч.